Всем привет, ребятки, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру Hills of Steel. И давайте поиграем в классический. Давайте в патруль джунглей поиграем. И выберем нашего суперскорпиона. Так, усилитель у нас, пускай будет стоять циркулярная пила. Что ж, поехали. Скорпиончиком мы поедем, ребятушки, уничтожать врагов. На тебе, гаденыш. Смотри. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не туда я нажал, ладно. Будем мочить их нашим жалом. У нас такое вот большое жало есть. С помощью этого жала я могу всех мочить, вот этих даже вертолетчиков. А, убежал. Так, тихо. На. Один выстрелил, и он уничтожился. Так, теперь вот этот танк. На тебе. А, ты мне эту шляпу снял. Ладно, он мне только шляпу снял, а я его шлепнул. Так, тихо. Ой-ой-ой-ой. Так, ладно, не успели мы его щелкнуть. Так, упреждающие удары. На. Ах, тут столько много вертолетов, ребята. И даже танков. На, держи ударчиком. Вот это обновление, ребятушки, а? Смотри, как интересно. На, сейчас, о, подожди. Надо вот здесь стрелять. Получи удар. Щелкнули мы. И отправляемся дальше. У нас еще надо не забывать, циркулярная пила есть. Смотри. Все. Уничтожили танк. Так, кто у нас тут? А, бомбардир. Это у нас, ребята, этот самый босс. Щелкнем его один раз. Смотри, практически уничтожили. И жалом. Есть. Да, два удара. И босса нет. Отправляемся дальше. Супер скорпион, который уничтожает любой танк. На! Есть. Вот это вот теперь. Щелкаем. Щелкаем все танки с одного удара. Так, вот этот вот нехороший. Так, сколько у вас там? Два целых? Два вертолета было. Мощных. Так, здесь останем. Вот так вот будем щелкать их. О, на! Получи. Ладно, мы сейчас будем тут своим жалом. Подъезжай поближе. На. Так, у меня циркулярная пила. Я забыл, что у меня есть пила циркулярная, которая будет... Которая их может всех вот так вот циркулярочкой подсверлить немножко. А, циркулярочка у меня прокачанная. Смотри как. Всех. Всех уничтожим. Так, ну ладно. Давайте использовать еще наше жало. Так, целых два вертолета. Одного стрельнули и второго. Нифига, как мы их уничтожаем, ребята. И хорошо уничтожаем и зарабатываем деньги, естественно. Нифига себе, сколько много я заработал денег с этим супертанком. Вон у нас едет армада. Это у нас типа босса. Но на самом деле, ребята, вы же знаете, что босс на самом деле я здесь. На тебе, гаденыш. Ребятушки, ставьте, пожалуйста, лайк этому видео обязательно. Потому что такой вот скорпион у нас мощный, который уничтожает. Так, а ну тихо. На, получи. Так, и ты тоже. О, отлетел. Так, где вертолетчик? Все, готов. Щелкнулся. Так, и у нас тут немножко танки есть, которые нам особо не страшны. Мы их всех уничтожим. Отправляемся дальше. Так, на. Так, нет, не попал я в него. Так, да сколько у вас уже... Сколько у вас вообще тут вертолетов-то этих, а? Так, вот этого надо щелкнуть обязательно. А, не успел, не долетело. А, все. Так, тихо. Не надо меня стрелять. Так, ладно. Сейчас мы вас жалом. Опа, готов. Так, где там у нас следующие боссы? Всех будем уничтожать. Тихо. На, получай. Вот такой вот у нас супер танк. Это не арахнид. Ну, похоже, кстати, немножко на арахнида. Но на самом деле, ребята, это скорпион. Это супер танк. С новым обновлением он мочит всех. На, готов. Идем дальше. На. Так, о, взорвали. Так, давайте быстренько отремонтируемся. Всего лишь за три кристаллика.
И мы, ребята, снова на коне. У нас половина жизней. Мне нужно срочно сразиться с этим самым, как вот... как его называется? С боссом. Мне нужно с боссом срочно сразиться, чтобы он мне дал ремкомплект. Так, а ну-ка, иди сюда. И получай. Так, ну, до босса у нас еще далеко. Но постараемся дойти. Так, сейчас вот этих отщелкаем. О, катастрофически заканчивается у нас и здоровье. На таком мощном танке. Да, ребята, и так такое тоже бывает. На, получай. Все, готовы. А вот и босс скоро будет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Где там? Осталось, мне кажется, парочку танков уничтожить. И уже будет босс. Так, будем аккуратненько. У меня уже жизни мало. Есть. Так, о, не повезло, не повезло, ребята. Бомбардир, босс. Может он нас и щелкнуть. Сейчас попробуем в него выстрелить. Есть один удар. Так, один удар есть боссу. И сейчас он подлетит. И мы его сейчас щелкнем, надеюсь. На! Опа! Так, ты там еще живой? На тебе еще один ударчик. Ох, ребята, смотри, здоровья совсем мало. Один миллиметр, даже меньше миллиметра. Так, чуть-чуть подлечились. Но уже неплохо. В принципе. Будем дальше идти. Опа! Так, в этого срочно стреляем. Есть, готов. Так, танки. Тихо-тихо-тихо-тихо, не надо мне стрелять. Я тут сильный, мощный... как его, господи? Скорпион! Я тут большой монстр. Сейчас я вас всех уничтожу. Я босс. Да, ребята, босс-скорпион. Офигеть, вот это мощь. А-а-а! Я сказал, вот это мощь, и меня взорвали. Это вообще нормально? Нормальное явление, ребята? Я считаю, что ненормальное. Так, 453 монетки. Заработали. Ну, давайте в атаку. Атака в пустыне поиграем. Так, что у нас тут? А, есть, интересное. Так, атака в пустыне. Скорпион атакует пустыню, кстати. Да, ребята, кстати, я хотел еще передать привет. Значит, Андрею. Потом я хотел передать привет Елизавете. Елене передать привет. Оксане. Максиму. Жене. Скромному. И Эльзе. Да, ребята. Если ты хочешь, чтобы я тебе передал привет, то просто-напросто ты должен быть подписан на канал, поставить лайк этому видео и написать комментарий «Привет». И в следующем ролике я тебе передам привет обязательно. Так, Нут едет, смотри. Угу. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. На, получи. Давай мы его попробуем сейчас щелкнуть. Опа, готов. Босс повержен. И мы заработали немножко монеток. Совсем немножко, 10 монеток. Это, конечно, не сильно много. Ух ты, ребята. У нас есть возможность открыть сундучок. Давайте откроем, посмотрим, что же там. Так, в сундуке немножко монет. А, практически ничего и не было там. Если так вот по правде взять. Давайте выберем другой танк. Давайте арахнид. Арахнидом попробуем еще сразимся. Арахнид немножко похож на танк предыдущий, на скорпиона. Он, правда, поменьше немножко. Стреляет такими лазерами. Интересными. Так, сейчас его щелкнем. На! Получи. Ну, тоже достаточно-таки мощный танк. Арахнит, мне нравится. Так, давай. Опа, 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 опа. Все, уничтожили мы вертолетчика. Идем дальше. Так, у нас здесь танки. На, получай. Все. Уничтожены. Танки уничтожены. Так, давайте здесь встанем. Опа, попадание есть. Сейчас он подлетит. Оп, 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 готов. Готов, вертолетчик, отдыхай. Кстати, как вам, ребята, обновление в игре? Нравится? Есть. А теперь мы встречаем нашего первого босса. Легиончика. Легиончик. Так, ладно. Сейчас сделаем. Сюда подойдем. И постреляем в него. Оп. Так, готов, готов, готов. Все. Босс повержен. Уничтожили мы босса. 10 монеточек нам всего лишь дали. Ну что ж, дорогие друзья.
На этом будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, передавайте приветы. Всем пока-пока.